Елена Севцова подала заявку на право стать волонтером больше года назад. И сейчас у добровольцев начинается активная фаза подготовки к мундиалю, лекции и тренинги. Она считает, что быть добровольцем и представлять Россию на соревнованиях высокого уровня не только интересно, но и очень ответственно. Что человек хочет оставить не только для себя, да, вот какой след оставить чемпионат в душе волонтера, да, но и при этом, что сам волонтер сможет привнести в чемпионат мира, помочь в развитии чемпионата в целом. Зона ответственности Елены на чемпионате – это фан-фест, который будет проходить в Нижнем Новгороде на площади Минина. Там поставят большой экран, и болельщики, не попавшие на трибуну, смогут посмотреть все матчи в прямом эфире. Есть определенный опыт как раз в управлении волонтерами, и хотелось бы его применить относительно уже чемпионата мира. Другой способ приобщиться к мировому событию – оформить паспорт болельщика и купить билеты на матч, что и сделал Александр Емельянов. Он решил не упускать редкий шанс и увидеть звезд мирового футбола своими глазами. Для меня этот чемпионат – это уникальная возможность посмотреть футбол высокого класса, скажем так, недалеко от дома. Одни будут помогать в организации чемпионата, другие на себе почувствуют, как он организован. И для тех и других это в первую очередь возможность окунуться в атмосферу спортивного праздника мирового уровня. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.